Большинство студентов мечтают устроиться работать по профессии и заниматься любимым делом. Будущие дизайнеры художественного училища побывали на экскурсии в рекламном агентстве и смогли заглянуть внутрь своей будущей профессии. Им показали, как работает станок для широкоформатной печати, а также рассказали об интересной работе дизайнера рекламы. У нас приходят на практику летом студенты, помогают нам. В данном случае к нам обратился преподаватель Ольга Николаевна Баркунова с просьбой, чтобы студенты пришли и провели экскурсию. Мы с удовольствием откликнулись, показали все наши возможности, все, что мы умеем, можем. Даже студенты на практике посмотрели, как клеится самую простую обычную улицу. На производстве имеется три вида станка для широкоформатной печати, интерьерный и режущий плоттер, который может изготавливать даже самые сложные детали на аракале. Самым интересным для будущих дизайнеров стало изготовление баннеров и оклейка таблички с названием улиц. Некоторым посчастливилось самим принять участие в процессе. Самое интересное – весь сам этот процесс. Как подготавливаются файлы, как они конвертируются, как они передаются именно на саму печать, калибруются цвета и все остальное. Мне было интересно все увидеть, как это все происходит, как это все печатается. Было интересно посмотреть и даже как делали вывески. То есть это ваша будущая профессия, вы вот планируете жизнь связать все-таки с этим, да? Да. Не передумали, просто вы посмотрели, Нет. Помешали вот этой краской? Только наоборот, загорелось больше желаний, ему хочется больше творить и что-то новое создавать. Было очень интересно. Важно отметить, что подобная практика помогает студенту понять, правильный ли выбор он сделал, ведь сразу было видно, кому информация интересна и полезна, а кто-то и впрямь задумался летом прийти на работу в рекламный цех, чтобы получить еще больше знаний. На третьем курсе обучения у дизайнеров начинается предмет «Основа компьютерной графики и основа рекламных технологий». И на этих предметах мы изучаем все, что связано с рекламой, все, что связано с компьютерной графикой. Они изучают компьютерную графику, учатся работать в этих программах. Соответственно, это первый шаг к тому, чтобы работать, наверное, в любом рекламном агентстве. И после третьего курса, как я уже говорила, есть смысл и желательно, чтобы практику проходить именно на базе рекламного агентства, потому что они здесь воочию увидят, как это делается, из чего это делается, и будет практиковаться. В конце экскурсии студенты делились друг с другом эмоциями, а после им предложили выбрать небольшой презент в память об этом дне в виде наклейки из аракала. Анна Яковенко, Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.